В Челябинске будут судить наркодилеров из Казахстана. На Южный Урал они привезли 161 килограмм марихуаны. Банду удалось задержать еще в апреле прошлого года. В группировку входили два гражданина Казахстана и один житель Челябинска. Спецоперация по их захвату прошла в гаражном кооперативе, когда они пытались разгрузить автомобиль, набитый наркотиками. Всего было обнаружено 8 пакетов с запрещенным веществом. И вот драгдиллеры сядут на скамью подсудимых.